Привет всем. Меня зовут Арина, мне 12 лет. Я довольно-таки давно занесусь на Ранетки Лэнд. Мне очень понравилось, только, конечно, много еще не доделано, но я думаю, это в скором времени исправит. Вот. Что я еще хотела сказать? Мне очень, как нравится, я слушаю музыку на ранетке. Вот. Больше всех ранеток мне нравится почти всех, потому что вообще очень хорошие. И некоторые считают, что вот один лучше, другой хуже, а мне кажется, что все хорошие. И вот раньше очень-очень в глубоком прошлом у вас была солистка Лера Ранетка. Вот, а потом ее не стало, Вот, и теперь минуты, и минуты немного лучше, потому что Лера действительно, я, конечно, точно не знаю, что произошло, но все равно. И так, минуты все равно лучше, Вот. Для чего я создала этот видеоролик? Я хочу сказать, что ранетки приезжали в Волгоград довольно-таки давно. В Волгоградской области. Вот, и к нам очень давно не приезжали ранетки. Я бы очень хотела их увидеть. Вот, и сходить на их концерт с удовольствием. На этом пока все. Нас ждет мое следующее видео. Это мое первое видео. Я просто хотела поговорить с вами, а уже следующее я придумаю что-нибудь поинтереснее. Спасибо. Пока.